Убрали бы вот эти трамвайные, да. Рельсы. Да ну да, ну ты тут ехал от второй больницы, вот это объезжать, черти сколько, вот эта подача. Блин. Так и по Фрунзе то же самое. Да, вот по Фрунзе. Сделали одностороннюю. Я вот еще говорю, это таль-таль, то говорит, если там видно, что типа ездят эти, как бы, ну, автомобили, все нормально, все как бы на противоположном. Он говорит, не, говорит, ага. Это на свой страх и риск. Да, до первого мента. Да, да, да. Поэтому как бы он говорит, это не, говорит, это говорит. Вроде бы как, ну, я сегодня тоже над собора отъезжаю, а ехать туда в сторону ЖД вокзала. Я ж направо, а что вы в другую сторону? Я говорю, здесь-то односторонние. А, да, да, односторонка. Маршрутчики, да, ездят, им можно. Они он комброди доделать не могут никак. На 24-ю заводит. А тут дороги вообще нет. Да, да, я понял. Подсыпали просто, я думал, тут асфальт. Нет, нет, тут как-то, вот видите, вот это, вот это все как-то было выбито. Да, вот. я смотрю, да, что асфальт, а мне не подсыпали, а... Заасфальтировали, а то его, ну, подсыпали, сколько помню, наверное, ну, ого-го, сколько. Поверните налево. А это вот это действительно, что-то тут катки ездили, вот здесь, вот видите, он вот этот, как говорится, заасфальтировали. Потому что там вообще, тут было такое ощущение, как будто все покосено, а это как-то ехали тут залакивать. Через 50 метров. Да не, ну уже слушай. Конечно, больше 20 не разогнаться, но тем не менее. Нет, так тут вообще были такие выбоины. А тогда медленнее, чем пешеходы обгоняли. Да, водители говорили, не-не-не, сюда мы, как говорится, не. Нет, тут выбоины такие, что и колесо. Маршрут перестроен. А это получается вот это раз. Через 200 метров поверните налево на улицу Павла Сороки. Ну, более-менее тут не так. Да, здесь вот это же отремонтировали, буквально может быть там, ну, может быть, где-то месяца 4. Да не, раньше. Ой, вернее позже, потому что я с 12 июня я не ездил. Значит, они где-то в июне сделали. Поверните налево. Новый заказ. Советская 361 аварий.